Вот так вот мы смеемся. Потому что вы думаете, что в Ленинском районе какие-то бешеные ценники. На все подряд. А мы говорим, что это абсолютно неправда. И вот мы здесь, на Ленинградской 12. За моей спиной Электромир. Мы сейчас сюда зайдем, и вы увидите, что в принципе ценники на электричество абсолютно простые и ровные. И ехать никуда не надо. Так что вот вам правило, куда приехать за спокойными и грамотными товарами по недорогой цене. Здесь пробок не существует. Просто приехали сюда, взяли то, что вам нужно для дома и для семьи, и уехали. Но чем ли это не ваш праздник-то? Да вы хоть спасибо мне скажите. Я не хочу и не буду вам внедрять косячную продукцию. Я вас люблю и понимаю нашу проблему. Мы это делали, я не буду говорить о топе в электричестве. Но извините, проводку можно сделать и самим. А затем, обесточив квартиру, посмотреть люстры. Я так понимаю, большого навыка и не надо. Это может сделать каждый школьник, получив на уроках труда 4 или 5 баллов. И вот еще раз я вам расскажу, почему электричество ломается. Потому что я выпускник энергофака, и я вам расскажу следующий вопрос. То есть даже если вы используете провода медные, то рано или поздно эти провода также ломаются и разваливаются. Другого варианта нет. Поэтому с электричеством будем говорить, что вам оно необходимо всегда. Другой вопрос – цена вопроса. И когда мы говорим про Электромир, мы показываем, что в принципе здесь абсолютно нормальные и ровные цены на все подряд. В некотором смысле вы все это можете купить и задешево. Ну, то есть есть распродажа. То есть там чуть-чуть осталось, там чуть-чуть осталось. Берите спокойненько, вообще дешево стоит. То есть и в принципе 2-3-4 метра вот целиком, вот здесь, если вот все красиво взять, то в принципе хватит на квартиру. То есть надо понимать, да, о чем идет речь. То есть вы же не будете все целиком. Иногда всегда необходимо будет стыкование. Стыкования никаких проблем нету. И берите все, что здесь необходимо. Другой вопрос. Вот, счетчики – это, конечно, тема весьма прикольная. То есть на моей квартире сломались два счетчика. Свеженький себе купил. Небольшой, естественно. Но это все здесь есть. Кроме всего, и выключатели, и все это есть в большом наличии и ассортименте. Вот вам и цены. И вы поняли, места реально хватит. А товаров разных больше. Ну уж поверьте мне, я поехал большую часть. Верьте мне. То, что нужно, и более того, в Электромире на Ленинградской 12. К слову, вы с ними дружите, и ценники будут еще и более дружными для вас. Самая забавная ситуация в том, что когда я прихожу, идет движняк. Поэтому я объясняю. Господа мои, давайте я просто к вам приеду и буду на вас работать. Я просто приеду, и движняк-то пойдет. Это железобетонное правило. Кроме всего прочего, мы работаем для вас, естественно. И для этого мы включаем камеру, для этого мы показываем то, что должно быть. Теперь вопрос возникает о вашей проводочке. И вот про ней мы сейчас будем говорить. Конечно, ну, мы не будем говорить, что здесь много чего нужно, но здесь есть все то, что есть для вас. Пожалуйста, медная проводка. Кстати, вот здесь, по-моему, единственное место, где есть только медная проводка. А, нет, есть небольшое еще количество СИП-панелей. Да, да, да. Вот алюминиевая проводка – это то, что называется, если вы прицепили к проводам, и потом уже вовнутрь есть такая проводка, да, то есть она как бы не ломается, но в основном мы будем говорить про медную проводку. Так вот, есть всякая грамотная, качественная медная проводка. Ставьте спокойненько и получайте удовольствие. Кроме всего, прибор, здесь еще есть такая штука под названием теплые полы. Давайте все-таки определимся. Если вы качественно сделали свой дом, и так, чтобы он не промерзал зимой, то, в принципе, вам и электрополов реально хватит, чтобы этот дом протопить. Говорить о люстрах и торшерах я не буду. Тут вообще все просто. Извините, но что думает человек в вашей квартире? Да, естественно, ему нравится ваше освещение. Если купить его в Электромире на Ленинградской 12, очарование будет, уж поверьте мне, большее. И вот о чем мы сейчас будем говорить? Мы будем говорить о том, что здесь есть и чего нигде вообще не существует. Так вот, мы будем говорить о люстрах, светильниках и торшерах. Это все есть в большом количестве, ценники, ну просто смех.
То есть максимальная цена 10 тысяч рублей. Я себе присмотрел вариант за 5303 рубля. Просто то, что доктор прописал. Но есть еще и торшеры, есть еще и обыкновенные светильники. Вот за моей спиной, пожалуйста. Есть еще и боковые светильники. То есть часто такое случается, что вы можете, включив то, что у вас есть в голове, то есть мозги, сделать все и немного по-другому. К слову о том, что есть наружные светильники, то есть, допустим, вы можете куда-то уехать, да, а люди посмотрят и скажут, а что-то здесь ничего не светится, может, мы залезем и промародерствуем. А вы сделаете и поставьте хорошие, замечательные светильники, туда еще и лампочки светодиодные. В итоге все, что вы туда поставили снаружи, по мощности, ну, никак не будет больше, чем 150 ватт, и это будет вообще круто и замечательно. И все это вы можете купить где? Здесь, в Электромиле, улица Ленинградская, 12. И вот еще, и это только начало. Вы знаете, к череде просмотров нравишься человеку, огонь, вода и как человек работает, я бы добавил посещение по сути дешевого и качественного центра с электричеством. Я, конечно, все понимаю, но лучше и проще понять, что и в центре города ценники-то недорогие. Можно купить здесь все, что нужно. Как-то да, как-то да. Как-то смотрим и получаем удовольствие по одной простой цене. Цена-то дешевая. То есть давайте все-таки вспомним, что Магнитогорск в некотором смысле очень дорогой город. Но мы вам показываем то, что должно быть для вас. Мы вам показываем электроинструменты и электроприборы. Все это есть здесь, в Электромире. Ленинградская, 12. Ну чем ли это не ваш праздник, то? Здесь пробок не существует. Здесь сюда приехали в любое время. Взяли себе то, что нужно. Я так прекрасно понимаю, что куда ехать, то никуда ехать и не надо. Центр города.